рисунков заключается прежде всего в бестрепетной свидетельской интонации, жизненной достоверности. Художник поглощен настоящим. И если в его руках всего лишь небольшой клочок бумаги и карандаш, он волшебством своего таланта надеется запечатлеть, обречь самое дорогое в этом рушащемся мире – образ человека. Это рисунки достаточно непритязательными. Никакой формальной новизны, никаких экспериментов с точки зрения изобразительного языка здесь нет. Они ценны непосредственно свидетельской интонацией, поэтической правдой переживания военных коллизий. Это не только портретные зарисовки, это и зарисовки быта, это зарисовки состояний. Многие белорусские художники, которые пошли в партизанские отряды в период Великой Отечественной войны, вспоминали о своем небольшом художественном багаже. Сергей Романов, автор многочисленных рисунков, на протяжении Великой Отечественной войны им было сделано около 150 зарисовок, говорил, что весь его багаж состоял из огрызка карандаша, из самодельного блокнота и кусочка резинки. Очень трудно было с бумагой. И часто с бумагой помогали разведчики. Как правило, это были просто обои. Как правило, это были погрудные, поясные изображения военных. Художники особо тщательно уделяли внимание изображению черт лица, потому что, уходя в бой, практически последними словами каждого солдата были слова, адресованные художнику, если такой имелся в части. Нарисуй меня, пожалуйста, потому что вероятность вернуться была не всегда. Эти рисунки, мы понимаем, что в них заключена и художественная, и документальная, правдивая вот эта составляющая. То есть они обладают вот этими двумя качествами. С одной стороны, это история, а с другой стороны, это произведение искусства. Генрих Бржазовский, и Сергей Романов, и Степан Андрухович, и Исаак Давидович, очень многие белорусские художники создали настоящую летопись периода Великой Отечественной войны, вот этот репортаж с места военных событий. Как правило, это были не только изображения солдат, но это были и текстовые подписи, очень развернутая такая, можно сказать, паспортная информация, поскольку это было не просто произведение искусства, это был портрет. И действительно, когда фотографов командировали для того, чтобы запечатлеть солдат после боя, фотографу давали один орден для того, чтобы, так сказать, он переходил как знамя от одного солдата к другому, многие фотографы просто не доезжали до места дислокации части. И тогда единственная надежда оставалась на художника, который мог запечатлеть этого солдата, мог запечатлеть его черты. Но также он подписывал очень тщательно эти все листы, указывал номер части, место дислокации, кем служил. То есть вот, например, перед нами старший сержант Михайлов, который служил минометчиком в 120-й бригаде. И изображен он Михаилом Бельским. То есть вот такие тщательные портретные подписи есть на каждом из вот этих рисунков, находящихся в коллекции Национального художественного музея. С одной стороны, глядя на эти рисунки, мы видим, что в них нет никакой формальной новизны, никаких художественных экспериментов. А о каких художественных экспериментах можно было говорить, если у художника было 20-30 минут на создание портрета того или иного солдата? И глядя на эти рисунки, мы понимаем, что и Сергей Романов, и Генрих Бржазовский обладали, ну, поистине снайперской точностью вот этих легких портретных зарисовок.
Но поскольку многие художники были профессиональными художниками, получившими до войны образование, как, например, Сергей Романов, который закончил художественно-педагогическое училище 1905 года, работал в журнале многотиражной газете «Авиамотор», он создавал и многофигурные композиции, например, «Привели языка». Плотным забором обступили партизаны немецкого солдата. Художник в духе времени придает ему такие комически неприятные черты. Сильно разрабатывает фон, изображая дремучий лес за спинами партизан. Рисунок этот создавался так, по воспоминаниям самого Романова. Сначала была сделана схема композиции. Потом, выбрав необходимую натуру, он вводил в композицию конкретных персонажей. Позировали партизаны с большим удовольствием. Они все нарисованы с портретным сходством. В левом углу он изобразил себя в кепке и с сигаретой в зубах, а также держащий альбом и карандаш в руке. Материалов, созданных партизанскими художниками, хватало и для того, чтобы организовать персональные выставки. Они организовывались в землянках, а иногда просто в лесу. Вот как Сергей Романов вспоминал о своей персональной выставке в 1944 году. Эта выставка была организована ко второй годовщине 8-й Рогачевской партизанской бригады. В этот период он уже имел большое количество всевозможных рисунков, карикатур, шаржей, набросков. Комиссар отряда Мальцев предложил организовать выставку его работ. Встал вопрос, как же и где? Про помещение, нельзя было и думать. И вот было найдено решение. Художник нарезал веток, расщепил их с одного конца и вставил рисунки. Таким образом было создано верхнее крепление. И дальше уже экспонаты прикреплялись к ветвям деревьев. Экспозиция имела удивительный и интересный облик. От дуновения легкого ветра она двигалась. Везде толпились вооруженные люди, зрители его персональной выставки. Для того, чтобы представить целостную интегральную картину изобразительного искусства военных лет, нужно обратиться, конечно же, и к художникам, которые оставались на оккупированной территории, оставались непосредственно в Минске. Таким художником был Анатолий Тычина. Он одним из первых выходит в город и с карандашом в руках начинает запечатлевать разрушенный Минск. Центральную часть, от которой остались только осколки. Действительно, после войны многие художники говорили, что Минск без освещения представлял настоящее такое фантасмагорическое видение. Сам карандаш, его тонкость, его, так сказать, красочная неяркость передает вот это ощущение города между бытием и небытием, между реальностью и нереальностью, потому что город потерял свое лицо. Вот эта атмосфера оккупированного безлюдного города, атмосфера, которой раньше не было. И Анатолий Тычина действительно создал настоящую летопись. Приехав в Минск в начале 20-х годов, он запечатлел портрет Минска 20-х, 30-х, 40-х и уже послевоенных десятилетий. И по его работам действительно можно изучать историю города и историю архитектуры. Изображая город, художники, равно как и в портретах, тоже делают многочисленные подписи, подписывая, какой район художник изобразил, когда, в какой день.
То есть вот это такое документалистское качество отличает практически все произведения, созданные художниками в период Великой Отечественной войны. Генрих Бржазовский попал в партизанскую бригаду уже профессиональным художником. В начале 30-х годов он учился в Витебском художественном техникуме, а уже в конце 30-х попадает в Минск и занимается на курсах повышения квалификации художников. С началом Великой Отечественной войны он добровольцем уходит в партизанский отряд вместе со своей женой, с которой художник познакомился еще до начала войны, как настоящий художник, пригласив даму позировать. Он был разведчиком, а жена была медсестрой. И вряд ли Бржазовский думал о том, что его профессия пригодится в тяжелых условиях войны. Но вместе с тем художник, несмотря на то, что он был разведчиком, он продолжал быть художником. Он соединял вот эту профессиональную свою деятельность. Он создал около 150 рисунков и многофигурных композиций, и отдельных портретов солдат. Условия были иногда просто невыносимые. Иногда это было просто на снегу, когда партизаны, уставшие, обессилевшие, засыпали возле костра, художник их портретировал. Стремился запечатлеть каждую секунду, каждую минуту вот этой жизни, которая продолжалась. Поскольку пуховичи стали, можно сказать, второй родиной, малой родиной, потому что он не раз воскресал, то решено было, что Генрих Бржазовский передаст ряд своих работ Пуховичскому краеведческому музею, который обладает неплохой коллекцией Генриха Бржазовского. Но также, как и другие художники, очень многие его рисунки легли в основу послевоенного творчества, многоформатных, таких развернутых, эпических повествований о коллизиях войны. Портрет – это тот жанр, который стоит на границе и за границей искусства. Портрет – это не только жанр изобразительного искусства, но это и социальная практика, потому что он оставляет нам образ человека в вечности. И художники силой своего таланта в период Великой Отечественной войны обращались к самому ценному, что существовало в этом разрушенном мире – это к образу человека. Белорусские художники в своих фронтовых блокнотах оставили сотни зарисовок изображенных бойцов. К сожалению, у них не всегда была возможность запечатлеть самих себя. Тем ценнее становятся те редкие, дошедшие до нас живописные автопортреты. Среди них особое место принадлежит автопортрету Бориса Непомнящего, созданному в самом начале Великой Отечественной в 1941 году. Художник никогда не экспонировал этот портрет на выставках и никому не показывал. Впервые широкий зритель познакомился с этим живописным произведением только в 21 веке. В 2018 году этот автопортрет экспонировался на выставке «Современники 20-го» – столетия белорусского портрета. Вместе с тем художник никогда с ним не расставался. Он прошел с ним всю войну. Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Праги. И, наконец-таки, Берлин. И всегда художника сопровождал его автопортрет.
Художник изображен здесь совершенно юным, ему было 20 лет. Он добровольцем записался на фронт, и его отправили в артиллерийское противотанковое училище. Собственно, он изображен в той форме, которую ему выдали. Ограниченная палитра в определенной степени обусловлена теми средствами, которыми обладал художник. Портрет написан на основе сближенной тональной гаммы, с композиционным центром на лице, что выдает близость к школе старых мастеров. Непомнящий был наследником классической академической школы. Вместе с тем, эта ограниченная палитра очень ярко выявляет психологию образа современника военных событий, выявляя очень многие черты его сослуживцев – непоколебимость, уверенность и мужество. Лариса Бортник, известный белорусский искусствовед, дочь Бориса Непомнящего, говорит, что этот портрет был для художника нечто вроде такого сакрального, очень личного дневника. Наверное, поэтому он его никому не демонстрировал. Когда он уже не ходил в мастерскую, в принципе, не так активно работал, периодически он пересматривал старые работы, говоря дочери, принеси ту или другую работу. Рассматривал композицию, колористическое решение. Но почему-то никогда не просил принести этот автопортрет. Только говорил о том, что он есть. Он высоко лежит на антресолях, на самой-самой высокой полке. И художник говорил, что когда-нибудь ты обязательно найдешь этот портрет. И действительно, Лариса Бортник уже после смерти художника, когда ей нужно было освободить мастерскую отца, нашла этот автопортрет. Его состояние было такое, как будто он действительно побывал в боях, действительно бывал на фронте. Сегодня портрет отреставрирован, но те художественные раны, эта кракелюрная сетка придает еще больше ощущения патины времени, еще больше ощущения тех драматических коллизий Великой Отечественной войны. Сложные условия войны обусловили изменения и в самом характере изобразительного искусства, в его видовых и жанровых приоритетах. Акцент был перенесен на оперативные формы, прежде всего на графику. Поэтому живописных произведений в период Великой Отечественной войны было создано не так много. Их условно можно разделить на две группы. Первое – это изображение бойцов. И следует отметить, что художники прежде всего обращаются к изображению не военачальников, а простых бойцов Красной Армии. Поистине, всенародная война и подвиги простых людей обусловили повышенный интерес художников к изображению простых, но очень мужественных образов. Отсюда пристальный интерес к психологической составляющей, к разнообразным проявлениям личностного начала модели, нашедших свое убедительное воплощение в портретах Евгения Красовского, Евгения Зайцева, Исаака Давидовича. В этих портретах нет никакой героизации, нет никакой парадности, театральности, пафоса, риторики послевоенных десятилетий. Если художники в послевоенные десятилетия хотели в человеке увидеть героя, то художники военного времени хотели в герое увидеть человека. Поэтому мы видим простые, очень мужественные лица. Поэтому художники выбирают нейтральный фон и акцентируют внимание прежде всего на изображение лица портретируемого, создавая очень глубокий, выразительный психологический образ.
Другую разновидность живописного портрета военного времени представляют портреты деятелей белорусской культуры – певцов, танцоров, актеров. Дело в том, что белорусская творческая интеллигенция наравне с бойцами боролась на фронтах, только боролась своим оружием, оружием искусства. Многие белорусские артисты участвовали во фронтовых театрах, в концертных бригадах, выступая перед ранеными в госпиталях, выступая на фронте и в прифронтовой зоне. Среди белорусских артистов, которые участвовали в таких концертах, Лариса Александровская, Михаил Денисов, Исидор Болотин, балерина Александра Николаева. Не случайно Евгений Зайцев, изображая прима-балерину Белорусского театра оперы и балета, изображает ее в театральной роли, создавая ее портрет в 1943 году. Это партия Китри из балета Минкуса «Дон Кихот». Партия очень жизнерадостной и веселой девушки. Но этого образа мы не видим на лице артистки. Такой амбивалентный образ. С одной стороны театральная роль, а с другой стороны человек, думающий о судьбе своей страны. Этот контраст воплощен и в колористическом решении портрета. Белое ажурное платье и темный сгущенный фон с оттенками бажоле, черные, как смоль, волосы и багряные ленты, вплетенные в эти волосы. Все эти портреты были созданы в 1943 году. Дело в том, что многие белорусские художники были отозваны в Москву для организации выставки, приуроченной к 25-летию БССР, которая проходила в стенах Третьяковской галереи в 1944 году. Впоследствии эта выставка в несколько измененном варианте демонстрировалась уже в Минске после победы в 1945 году. Разглядывая эти живописные и графические произведения, которые хранятся в коллекции Национального художественного музея, мы пытаемся понять, в чем их невыразимое обаяние. Наверное, в тонком соединении художественного и документального. Ведь художник на войне – это не только художник, но и солдат. Он породнен со своим сослуживцем. Отсюда искренняя интонация, неподдельные чувства, правдивость и жизненность запечатленных реалий. Благодаря этим произведениям мы можем реконструировать живую картину эпохи. Ведь если по книгам и документам историю изучают, то по произведениям искусства ее понимают и переживают, поскольку визуальное представление об истории – одно из самых сильных и запоминающихся.